Женя, вы что, россияне? Да. Якого вы тут робите? Ну, сейчас наш с вами разговор ни к чему не приведет. Вы оккупанты. Вы фашисты. Вы пришли на нашу землю. Хорошо. Какого хи вы пришли с оружием к нам? Кто сказал? Женщина. Возьмите семечки, положите сырые, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы хорошо. Здесь ляжете. Сейчас наш разговор ни к чему не приведет. Они на вас стреляют! Что вы тут делаете? Да, славян, бомбить, на меня едет, ребята, братья, я тоже русский, я живу в этом государстве, вот свое государство, ваших проблем нет у вашего государства. Короче, их очень много, ребята. Просто колонна идет. Руки трусятся, не знаю, что делать вообще. Ну и что хотите сказать, ребятки? Па-па-па. Па-па-па. Суки, а? За что? Вот еще, Лидия. Это пи***. Это просто. Работает ПВО. Бомбянки, отбиваемся. Складывайте оружие на повороте, раздеваетесь. Ну так, я имею в виду разгруз, каску, все на. С поднятыми руками, ну, без прикола. У меня ружье заряжено. Если кто-то рипнется, ему не будет вообще абсолютно. Смотрите, ребята, боже. Смотрите, атакуют. Видите, да? Смотрите, ребята, взрывы. Господи, начали атаковать Киев. Сломались, пацаны. Сломались. Можно тащить на Россию обратно. Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши плен сдаются хорошо. Танки едут задним ходом. Карюківська громада не пустила их в місто Карюків. Людей. Ти білорус, чого ти до мене приїхав? А? Пацани, ви білоруси, чого приїхали до мене? Я дома. Тому, ну, я вам предлагаю складувати оружие. Поки ми не прийшли, вас не попалили. Тобто я живу тут.